Дорогие друзья, всем добрый день. У меня сейчас будет обзорчик на стиральную посудомоечную машину DeLonghi. Такая узкая машинка. Заменила ее на Bosch. Bosch был остального цвета. Это белая. На данной кухне белый смотрится как-то более правильно. Фасады все белые, поэтому остального цвета сюда, ну, честно говоря, никак не подходило по дизайну. По самой машинке. Это узкая машинка. Та была немножко пошире. Я уже во двор ее оттащил, доставать не буду, чтобы показывать. Ну, всегда посудомоечные машины всех фирм упакованы довольно-таки добротно. Наверное, одна фирма занимается упаковкой этих посудомоечных машин. Паузу нажму, тут скотч никогда легко не поддавался. Может, исправимся. Я здесь сейчас паузу и продолжу. Так, возвращаемся к машинке. Использование, в принципе, те, кто пользовался, знают, те, кто первый раз хочет приобрести. По сути, стандартный. Вниз обычно загружается крупная посуда, наверх мелкая посуда. Особенность – это вращение винтов, то бишь какие-то объемные вещи не должны мешать вращению данного винта. На многих машинках сейчас стали делать отдельный сверху отсек под вилки, ножи. Здесь вот такого старого образца, то бишь где есть свободное место, туда мы ее устанавливаем. Из того, что необходимо делать, это у нас есть отсек для соли. Вот этот вот индикатор у нас там на табло будет показываться. Засыпаем соль. Соль нужна обязательно для смягчения посуды, независимо от того, таблетки не таблетки. С солью машинка прослужит гораздо дольше. Здесь фильтр сливной, его желательно, конечно, после каждой мойки прочищать. Обязательно фиксируется. Загрузка моющего средства. Здесь у нас порошок либо таблетка, соответственно, закрывается. Здесь у нас наливается жидкий ополаскиватель. Также здесь установлен жесткость воды стандартная 4. По сути, соль смягчает. И что-то мудрить не стоит. Соль и ополаскиватель засыпается на несколько моек. Дальше включаем сетевую кнопку. Здесь мы задаем режим стирки, мойки. Крупная посуда, средняя, экономная, фужеры, быстрая. Не знаю, это возможно что-то ополаскивание. Ну, по индикаторам. Данный индикатор у нас показывает отсутствие ополаскивания. Данный индикатор показывает отсутствие соли. После того, когда мы все это дело засыпем, соответственно, это погаснет. Здесь у нас половинная загрузка, дополнительная сушка, таймер. Есть блокировка от детей. Кстати, дверь откроется все равно. Ну, не знаю, что он тут может сделать. Сетевая кнопка сработает. Ну, в общем, есть и есть, да, как бы. Это, соответственно, запуск. Производитель это DeLonghi. Дизайн мне, в принципе, нравится. Машинка довольно-таки аккуратная, компактная. Вот эта вот моделька. Выглядит, в принципе, симпатично. А так все, что тут работает, она все просто. Набирается небольшое количество воды, винты разгоняют воду и происходит тем самым мойка. Все, всем спасибо. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.